Всем привет-привет! Доброе утро! Будем ухаживать за собой. Итак, а начнем мы. С пилинга. Сначала почистим лицо. Уже высыхают. Начнем мы с пилинга. Хорошо растираем по всему лицу. Можно добавить щеточки. Сейчас будем смывать. Смываем брак в ванной, потому что наносим сыворотку. Ежедневная процедура необходима. Завершающий этап – это крем. Наносим крем. Продолжим с волосами. На них у нас тоже сыворотка. Наносим. Thank you.
Красоточка готова. Сейчас немножко глазки. Глазки мы немножко подрисуем. Так, у меня есть еще немножко времени, поэтому также сейчас делаем обертывание. Небольшое количество, потому что согревает очень хорошо. Так, и берем нашу пленочку. Так, ждем минут 20. А пока пойдем застелим кровать. Витек уже пропылесосил местами. Надо застелить кровать детскую. Детки уже в саду. Вот сейчас заселим кроватку и тоже поедем по делам. Надо доделывать документы. Вот. Опа. Не по местам. Сашка спал со мной, а Манька спал с Настей. Перемена была ночью. Опа. Так, берем. Все, подушка готова. Так, это Настюшкина платьишко. Собиралась сегодня в нем идти в сад, но потом передумала. Так, ейная Даша. Сашкина. Так. Опа. Ой. Игрушки.
Вот такие вот утренние ритуалы у нас происходят. Так. А сейчас пойду одеваться, побегу, как я уже говорила, по делам. Вот. Но сегодня у нас будет ужин. Опять курочка. Только я ее достала, она еще не растаяла. Пока я приду, она растает. И вечером замаринуем, будем жарить. А еще хочу сделать рыбные котлетки. Вчера, кстати, жарила рыбку. Съели за один присест, даже детки. Вот, поэтому сегодня буду рыбные котлетки еще делать, помимо курицы. Скоро приду, будем готовить. Итак, наконец-таки я дома. У нас уже вечер. Вот. Уже и детей завела на тренировку. И сейчас мы порежем быстренько курочку, замаринуем и будем жарить сейчас на сковороде. Сейчас мы помимо курицы еще зальем горячей водой рис. Будет у нас в качестве гарнира. Так, пакетики. Эту пачку мы покупали, когда еще только, наверное, сюда заехали. Спасибо. И наконец-таки мы ее заехали. Рис промыла, сейчас мы его заливаем горячей водой, чтобы он потом быстрее сварился. Так. Залили, это мы сейчас сварим, это мы берем. Итак, начнем мы с приправы. Я тут приправ кое-каких накупала. Травы. Это не больше для супа. Вот мне вот эти. Я сегодня добавляла их в овощи. Они как-то не очень мне понравились. Так, это универсальная. Так, а я же покупала еще. Наверное, для курицы. Нет, наверное, не покупала. Наши любимые мелис у меня. Так, и чуть-чуть куркумы. Так, и сюда добавим немножко соевого соуса. Так, соевого соуса чуть-чуть. Чуть-чуть и чуть-чуть соли. Чуть-чуть, потому что в одной приправе была соль. Все очень вкусно. Пальчики.
шляпу снять можно. Так, все маринуется, рис напитывается. У меня последний забег. Пойду за детьми. Я сегодня столько находилась, что, мне кажется, весь город пешком прошла. Так, это уберем. На улице вообще как-то такое чувство, что зима вновь пришла к нам, холодно стало. Холодно, холодно, холодно. Мы прибежали, только частично. Настя осталась на улице с Никитой немножко поиграть. Вот. Мы будем варить ужин. Это мы ставим туда. Плита почти, о, плита, говорю, сковорода тоже почти нагрелась. Это у нас мусор. Все, позакрываем, сейчас быстренько приготовим наш ужин. А еще сейчас салатик сделаем. Огурчик есть. Капуста. Много делать не буду, потому что в общем будем пробовать помидорку. Вот если помидорка была, но помидорку я забыла купить. Держите салатница. Попробуй посолить. И ты посолишь. И все. И попечем. Так, так, так. Все варится, вскипает. Все, ждем. Итак, сейчас будем ужинать. Рисовая кашка с курочкой. Так. Это у нас Настюха. Нет. Все, мы пошли ужинать. Вот такая вот у нас красота и салатик. Пока-пока!